вариант. Вариант пятый. Останет кровь. Кровь по... Первый вопрос. Проводить предварительное испытание на биообъект крови больного. Угу. При проведении предварительного испытания сначала проводим визуальный осмотр. Визуально осматриваем биожидкость человека. Здесь на анализ поступила кровь. Далее проводим органолептический анализ. Для этого мы определяем цвет и запах биожидкости. Цвет биожидкости не имеет специфических особенностей. Запах мы определяем с помощью легкого движения руки. Запах тоже также не имеет специфических особенностей. Далее мы проводим исследование на определение pH среды. Для этого с помощью универсального индикатора мы проводим определение. Для этого берем стеклянную палочку и на индикаторной бумаге определяем pH среду. Там же баллы только ставятся, да? И на втором этапе. Где она садится? Да. Так, заходит теперь. Так, вот садится. Так, мы сейчас второго возьмем студента. Вот. Так, теперь начинаете изолировать. Так, что вы держите? Так, слушайте. Для начала мы измельчаем свою ножницу. Пусть садишься, да? Это второй этап. А что? Что с ним? Открыли. Все, мы представим. PH. Размешиваем и проверяем PH раствора. Проверяем pH. pH находится в пределах 5. Далее подкисляем щавелевой кислотой и доводим pH до 2-2,5.
Проверяем ваш. Ваш 4. Еще подписываешь. Да, еще надо подписывать. Да? Довели паш до 2,5. Далее наводим водой. И процеживаем через 2,5 слой марли. Паш находится в пределах 2. Далее мы центрофугируем полученное золотишко. Дальше сразу будем. Вот как они оцениваются, эти вот баллы, надо смотреть, делать. Вот это, наверное, первое. Видите, сколько ее? Остается. Следующий этап какой? Ты слышишь.
ТСХ там могут они там. А то есть, который является подвижной фазой. Сначала хроматографическую камеру смазываем вазелином для герметичности, а далее наполняем подвижной фазой. Далее готовим испытуемый раствор и раствор свидетеля. Предварительные испытания на мочу. Моча. Вначале мы берем мочу. Мы проводим акунематический анализ. То есть мы смотрим визуальный осмотр, проводим вначале, смотрим на цвет, на достаточно. После этого мы определяем запах мочи при смывании руками. Если же нет специфических примесей или же специфических запахов, то можно дать на анализ на изолирование дальнейшего. Это второй этап. После этого мы должны проверить pH среды мочи. Для этого с помощью трубочки измеряем pH среды. Капаем на универсальный индикатор. И измеряем pH среды. Высушиваем в начале индикатор и проверяем pH среды. У нас pH среда равен к 5. Значит, моча у нас pH среды составляет 5. Все? Мы берем гинтуитом биологического материала с помощью цвета. Мы берем 100 граммов. Биологический материал измельчаем до размера от 0,5 до 2 сантиметров с помощью скальпеля или ножницами. Да.
хроматографическую камеру. Для этого мы под тягой сначала протираем хроматографическую камеру вазелина, потом заполняем подвижной фазой. Наливаем в камеру. Далее оставляем камеру для насыщения на полчаса. И готовим следующий раствор и раствор сливочного. Для этого мы исследуем таблетки из чая. Тарелку. Исследуем раствор растворения в спирте этилом и раствор свидетеля, который является кофеин-натрий-бензоат, растворенный в спирте. Далее эти исследуемые жидкости наносим на пластинку. И отмечаем линию старта. И определяем линию финиша. Она составляет 10 сантиметров от линии старта. Теперь от краев по 1,5 сантиметра наносим следующий раствор. Следующий раствор мы наносим с помощью микрокапилляров, которые сначала 5 раз промываем в спирте. Thank you.
касаемо самотворческого контакта. Пока жидкость поднимется до линии финиша. Потом с помощью UV-лампы детектируем образующийся пятно. Как будет заключение? Заключение рассчитываем РФ значение и смотрим по таблице РФ значение данного исследования. Если у вас попадает, то примеси следующий. Вопрос принесен уже на тело человека, действительно, на самом деле. До этого прибор на проведение. Один грамм или один миллилитр. Затем в наружную камеру также вносим карбонат калия. Во внутреннюю камеру мы вносим 3 миллилитра 10% раствора серной кислоты. И прибор закрываем крышкой. Нет, вот сюда.
Дальше готовим исследуем раствор. Я подготовила серию растворов. Сначала А раствор, потом из А раствора серию Б раствора. Теперь измеряем оптическую плотность исследуемого раствора. Мы обращаем внимание.